Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Несмотря на то, что на канале присутствует достаточно большое количество замороченных рецептов, я в повседневной жизни, в повседневной кухне предпочитаю что-то более быстрое и простое. Согласен, что люди разные. Для кого-то простое блюдо – это с утра навертеть пельмени для внуков, привет, мамуль, а для кого-то доширак заварить. Сам, наверное, посередине между этими категориями нахожусь. Сегодня хочу показать заготовку, которая, на мой взгляд, очень просто готовится, очень долго хранится, очень экономно расходуется, и блюда с ней как нельзя лучше отвечают вот этому самому понятию «просто, быстро и очень вкусно». Это острая грузинская аджика. Острота понятия относительная. В самой Грузии самих рецептов все правильные, наверное, миллион, не меньше. Но грубо их можно разделить на две большие группы. Одна относительно острая, можно употреблять как соус к различным блюдам, ко вторым, например, не знаю, на бутерброд намазать, вот так вот будет. А вторая настолько жгучая, что это скорее жидкая лава в баночке. Вот ее-то сегодня и покажу. Это чили-перец. Жгучий, красный, красивый. Его надо хорошенько промыть и оставить подвяливаться на 2-3 дня в тени. То, что вы сейчас увидели, и было как раз-таки 3 дня назад. А вот сейчас можно приступать непосредственно к процессу приготовления. Хвосты отрезать, чеснок очистить. А теперь дважды прогнать через мясорубку. Соль и перемешать. Соли кладется много, потому что она вместе с перцем выступает в данном случае консервантом. Ну, на сегодня все. Надо дать аджике настояться. Соли растворится, а ароматом сухого кориандра распространится по всему объему. Будем ждать. До завтра. Продолжаем разговор. Аджика готова, осталось переложить ее в баночку. И хранить в темном прохладном месте, периодически вытаскивая, чтобы полакомиться. Но мне уже не терпится пустить ее в дело. Помните, вначале я говорил про простые рецепты? Настало время. Я собираюсь просто обмазать курицу этой штукой. Хребет здесь не нужен, отправлю его в морозилку к другим запчастям. Я из таких остатков готовлю концентрат красного бульона, типа куриный демигляс. Пройдите по ссылке в углу экрана, если еще не видели. Мировая штука получается в качестве основы для соусов. Аджика у меня дико жгучая, поэтому, чтобы немного сгладить ее остроту, смешаю ее с небольшим количеством сметаны. Аджика острая и соленая, поэтому саму птицу сейчас солить отдельно смысла нет. Запекать можно и в обычной духовке, но мне в такой классный денечек не хочется переться в помещение, поэтому я это буду делать в гриле на непрямом жару. Переложу в одноразовую форму, пусть пока полежит, надо угли раскочегарить.
Жду готовности. Вынимать птицу буду при достижении температуры в самой толстой части грудки 85 градусов. Эта порода достаточно жирная, поэтому не пересохнет, не переживайте. К тому же лишний жир из птицы вытопится, она только лучше будет. Ждем. Все готово. О, смотрите, какая ножка. О, прелесть. Просто прелесть. Такой классный аромат. Аромат острого перца, чеснока, грецких орехов. Если вы думаете, что курица очень острая, нет, не бойтесь. Конечно, если бы перцы были не такие, как они в Испании, они здесь не очень все-таки острые, а какие-то вырвиглаз, то было вообще классно. Сейчас просто тот кусок кусаю, даже дети спокойно будут есть. Он просто согревает очень классно. О, песня. Просто песня. Конечно, надо по-грузински сразу запхать в рот целую кучу травы. Здесь кинза, здесь базилик. О. Так, ну и хлебушка надо обязательно с этой аджичкой. Так, вот он, свежий белый хлеб. Вот с таким вот кусманом аджики. Ну, надеюсь, что я из штанов не выпрыгну. Ой, какая классная. Ой, как мне хорошо. Так, а теперь надо обязательно венцом. Красненьким. Чтобы погасить пожар. Это феерическое сочетание вкусов. Это острота. Это яркость. Это вкусная курятина. Приготовьте этой аджики сразу побольше, храните ее. И когда вам захочется устроить себе праздник, вы возьмете курочку или поросенка, или кусочек свининки со шкуркой, намажете ее аджичкой. Если будет не очень острая, можно даже без сметаны делать. Если очень острая, сметана побольше. Отправите в духовочку, запечете, и у вас будет такое наслаждение. Это будет такое... Это просто сказка. Все, я уже должен закончить и все это дело съесть. И с кукурузкой тоже. Самое бесит сладко. Еще сливочное масло. Все. На этом прощаюсь. Спасибо за компанию. Напоминаю, промокод Фреско. И вот такие классные. Самура Альфа или другие ножи Самура. Или новая серия Рептиль. Получите со скидкой. Пользуйтесь. Спасибо за компанию. Всем пока. Ой, какая вот штука. И еще ножички. И еще ножички.